Здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Сегодняшняя лекция для канала – это ответы на вопросы моих зрителей из Перископа, из Контакта. Вопросов огромное количество постоянно и в Перископе, и в почте, и в Контакте, в социальных сетях. Но на самом деле все вопросы достаточно однотипные, и зрители моего канала уже, наверное, утомились. Некоторые зрители смотреть видео, где я так или иначе рассказываю, ну, более-менее про одно и то же. Объясню, почему такое происходит. Во-первых, надо понимать, что каждый день на канал приходят новые люди, которые, можно их назвать людьми, которые первый раз столкнулись с этой проблемой или которые первый раз столкнулись с изучением материала. И, конечно же, они задают традиционные вопросы, что ли, да? Что могу порекомендовать тем зрителям, которые постоянно смотрят каналы, те, которые уже знают какие-то основы, знают, что их симптоматика, что их вегетативная симптоматика, что их фобическая симптоматика, мыслительная симптоматика, обсессивная, да, навязчивая. Это результат их беспокойства, результат их внутренней тревоги, которая так проявляется. Они прекрасно знают, что они от этого не сойдут с ума, они прекрасно знают, что они от этого не умрут, они могут самостоятельно передвигаться. Но их больше интересуют темы уже непосредственно в самой терапии невротических расстройств. Это темы отношений с мужем, отношения с женой, отношениям на работе и так далее. Это понятно. Такие ролики, безусловно, будут. Я постараюсь снимать их в большем количестве. Но сегодня я хочу ответить на такие традиционные вопросы еще раз для зрителей Перископа, для зрителей канала, для моих подписчиков. Фундаментальный вопрос, который, я думаю, надо донести до большинства людей, это навязчивые мысли, потому что, как я понял по вопросам, навязчивые мысли достаточно такой традиционный, что ли, вопрос. Затем мы перейдем к одной практической истории о том, когда работа с дневниками в когнитивной терапии может быть неэффективна. Расскажу одну из ошибок, которую некоторые клиенты совершают. Она и типична, и нетипична одновременно, но я расскажу об этом. Затем задают вопрос, как выбрать психотерапевта. Я уже, по-моему, отвечал на этот вопрос много раз, но я еще раз свое видение этого вопроса озвучу. Затронем тему самооценки. Несмотря на то, что у меня есть 5-часовой вебинар, который можно приобрести в блоке, в блоке материалов для самостоятельной работы, я некоторые вещи самооценки сегодня тоже озвучу. Ну и, соответственно, все, что связано с самооценкой, тоже об этом поговорим. Значит, первое, отвечу на два традиционных вопроса в Перископе или на два традиционных вопроса в социальных сетях. Что такое невроз и что такое ВСД? Это для тех ребят, кто только что присоединился. Они там ищут в Гугле, в Яндексе ВСД, ищут ответ, что такое невроз. Давайте с вами сформулируем четкое понимание, что многих с толку сбивает то, что врачи ставят вам диагноз ВСД, и вам кажется, что это болезнь. Ну, это логично. Если врач сказал, значит, болезнь. А если это болезнь, значит, у нее есть симптомы. И если это болезнь, значит, у нее есть терапия. А вот здесь как раз есть фундаментальная ошибка. Синдром вегетососудистой дисфункции – это медицинский термин, который указывает на то, что клиент жалуется на определенный перечень вегетативных телесных симптомов, при обследовании которых не находится органической патологии. А именно, перечень таких жалоб является естественным, подчеркиваю, здоровым проявлением эмоционального расстройства. Проще говоря, если у вас есть вегетативные дисфункции, если у вас есть тахикардия, экстрасистолы, чувство клопа в горле, дисфункция кишечника, при этом нет органического заболевания кишечника, бронхиальной астмы, серьезных проблем с сердцем, то мы говорим о том, что это функциональное проявление невротического расстройства. Оно абсолютно естественно, абсолютно здорово. Вот вспомните, когда вы сдаете экзамены в институте или когда вы первый раз едете за рулем на машине. У вас потеют ладошки, у вас стучит сердце, у вас ком в горле,
у вас состояние сильного напряжения, вы же не называете это: «Мама, я пошла на экзамен, у меня ВСД». Вы говорите: «Мама, я иду на экзамен, я боюсь». И у вас все проявления страха, беспокойства проявляются вегетативно. Ну, точно так же вегетативно у вас проявляется все остальное в обычных буднях. Только вы это называете симптоматика. Это ошибка, это не симптоматика, это обычное проявление беспокойства и тревоги. У беспокойства и тревоги есть две основные ступени. Первая ступень в эротическом расстройстве заключается в том, чем вызвано само беспокойство, чем вызвано само невротическое расстройство. Это ваше эмоциональное отношение к определенным обстоятельствам жизни, которое у вас происходило, когда это начиналось, или происходит по сей день. Но затем это вытесняется из психики в область такого подавления на самый дальний план, и на передний план выходит беспокойство за свое здоровье, беспокойство за свое самочувствие. В гештальте это называется фигура-фон, где что-то становится фигурой, а что-то становится фоном. И вот на предмете фигура-фона очень хорошо можно объяснить невротические жалобы наших клиентов. Например, у моей клиентки была проблема с мужем, была проблема с работой, были проблемы с мамой, с папой, с отношением в социуме, произошли какие-то ситуации, и она очень сильно начала беспокоиться, нервничать по этому поводу. Это вот эта ситуация. Эта ситуация вызвала определенные вегетативные эмоциональные проявления. Тахикардию, дисфункции всевозможные. И это произошло. Это сначала было фигурой. Она это чувствовала. Затем ее беспокойство по поводу проявления вегетативных и прочих самочувствий стало фоном. Стало, простите, фигурой. То есть произошло следующее. Ее отношения с мамой, с мужем и причина обстоятельств начинает уходить назад, а на передний план выдвигается ее беспокойство о своем здоровье. Она начинает ходить по врачам, она начинает ходить по всевозможным искателям ответа на вопросы, как быть и что такое ВСД. И у нее основная причина ее невротического расстройства уходит далеко на задний план, а на передний план выходит беспокойство за сердце, беспокойство за свое самочувствие, поиск в себе различных ответов на вопросы, как быть, что делать, как лечить ВСД. Проблема в том, что в поиске ответов на том, как лечить синдром раздраженного кишечника, как лечить экстрасистолу, как лечить ком в горле, как лечить ВСД, она никогда не найдет терапии, потому что этого не существует. Ей придется сделать следующее. Ей придется ее внимание за свое самочувствие убрать в фон, на передний план обратно вернуть те отношения к обстоятельствам в реальной жизни мамы, папы, работы, социум. То есть у нее сначала было вот так, потом это сместилось вот так, теперь ей надо опять вернуть вот фон ее терапии, ее отношения в социуме, ее отношения с самой собой, ее отношения с родителями и отношения в мире, скажем так. Понятно вот этот момент? Именно поэтому на форумах, именно поэтому в большинстве случаев люди, когда они уверены в том, что у них главная проблема – это вегетатика, главная проблема – это панические атаки, им, когда начинаешь намекать о том, что вот тут были обстоятельства, твой характер, твое реагирование, они говорят: ты что, сбрендил? Какие мамы, какие папы? Причем здесь это? У меня же вот проблема, вот она главная. И такие люди, как правило, годами ищут ответы на вопросы, они годами страдают, они страдают неимоверно и будут страдать. И таких людей вы всегда найдете на интернет-пространствах, которые будут вас убеждать, что ВСД не лечится. Я с ними абсолютно согласен, ВСД не лечится, потому что ВСД – это здоровое, естественное проявление эмоционального беспокойства. Либо по поводу самих проявлений беспокойства органических, либо по поводу того беспокойства, которое на самом деле зарыто чуть глубже, которое вы просто не видите из-за своего беспокойства за здоровье. Вот это понятно? Вот это и есть невроз. Невроз проявляется вегетативно, это функционально, невроз проявляется мыслительно и навязчиво, фобически, и невроз проявляется в виде поведения. Ответил, да, на этот вопрос коротко и ясно, надеюсь. Теперь самый главный
Тезис, наверное, сегодняшнего ролика – это что такое навязчивые мысли, и самое главное, почему они образуются. Из моего ответа, почему образуются навязчивые мысли, вы сможете сделать для себя самого упражнение и логический алгоритм, как работать с навязчивыми мыслями. Итак, давайте приступим. Что же такое навязчивые мысли или обсессии, как это принято понимать в мировой практике? Надо понимать, что мыслительный процесс идет у нас всегда, практически везде, и надо только обладать хорошими способностями к медитации, чтобы останавливать мыслительный процесс, и это не всегда обязательно и не всегда нужно. Давайте сейчас каждый из нас подумает о том, что вдруг я поставлю руку к этому огню, и моя рука, я не знаю, там, загорится, задымится и так далее и тому подобное. Или я подумаю о том, а вдруг на меня упадет люстра, а вдруг я сойду с ума, а вдруг я вот посмотрю на этого человека, и я что-то с ним сделаю. На самом деле это обычный когнитивный мыслительный процесс. Я могу фантазировать в своих мыслях абсолютно о чем угодно, о сумасшествии, о там, каких-то поступках. Это всего лишь на все мои фантазии, мой внутренний такой диалог, мой внутренний голос. Эти мысли не могут стать для меня навязчивыми. Почему? Давайте разберем морфологию слова «навязчивая мысль». Ванмай понимает слово «навязчивая» как мысль, которая навязывается сама. И большинство наших пациентов действительно убеждены в том, что они как бы живут своей жизнью, а мысли вот они вот так вот как бы навязываются, правильно? Вы говорите, блин, что за фигня, а что мысли меня преследуют? Объясняю очень простую терапевтическую идею. Мыслей навязчивых не бывает, запомните это раз и навсегда. Не бывает мыслей нормальных, не бывает мыслей навязчивых. Мысли есть все и всегда одни и те же. А разница между моей мыслью «а вдруг я сойду с ума» и вашей мыслью «а вдруг я сойду с ума» исключительно в том, что я к этой мысли не отношусь с тревогой и с беспокойством за эти последствия, а вы относитесь к этому с тревогой. Например, вы говорите: «Ой, а почему я об этом подумал? А о чем бы это могло говорить? А к чему бы я об этом подумал? А вдруг я это сделаю?» Именно вот таким диалогом вы создаете тревогу. И вам уже кажется, что если вы об этом подумали, то это о чем-то говорит. Вы создаете беспокойство. Запомните один простой секрет. Мысль становится для вас важной только тогда, когда вы к мысли или какой-то фантазии испытываете определенную эмоцию. Ну, например, как создать навязчивую мысль из позитивного аспекта жизни. Вам позвонил менеджер и сказал: «Вы знаете, ваша машина, которую вы ждали 5 месяцев, собрана, она доставлена, завтра приезжайте, забирайте». И у вас много эмоций по этому поводу, и вы начинаете думать о том, как вы ее поедете забирать, как вы сядете в эту машину, какую музыку вы поставите, какие вы поставите диски. И вы начинаете плохо спать, у вас в голове крутится история про то, как вы ее заберете, куда вы ее поставите. Всего лишь навсего почему? Потому что вы к этой идее, к этой фантазии применили определенную эмоцию. В данном случае эта эмоция позитивная, но запомните одну простую вещь. Неважно, какую эмоцию вы применяете к мысли, если эта эмоция позитивная, то ваша фантазия становится также навязчивой в позитивном ключе. Если вы к своей фантазии применяете эмоцию негативную, она становится также навязчивой, только в негативном ключе. Вот и весь секрет, вот и вся разница. Соответственно, терапия здесь очень простая. Задача меня, задача моих коллег заключается в том, чтобы научить наших клиентов не относиться к своим мыслительным процессам, к своим фантазиям с тревогой, с беспокойством. Это как раз и этим и занимается когнитивная терапия. Это процесс определенный, определенная технология, которая требует времени. Вопрос, а почему, например, Алексей Красиков к мысли о том, что он сойдет с ума, не относится беспокойно, а вот там Вася Иванов к мысли о том, что он сойдет с ума, относится беспокойно. Отсюда и вывод. Меня эти мысли не преследуют, а его преследуют. Почему? Потому что нас преследуют только те мысли, которые эмоционально окрашены. Ну, например, вам там завтра сдавать экзамен, и у вас есть эмоциональное окрашивание этого, и вы не спите, у вас вертится, а вдруг я сдам, а вдруг я не сдам, а как я сдам, а как не сдам. Потому что эта ситуация эмоционально окрашена. Если вам по барабану на этот экзамен, на последствия, вы спите спокойно. Вот и вся разница, вот и весь секрет. Почему же такое происходит? Это происходит, опять же, по причине
того, что у каждого из нас разное детство, разное воспитание, разные стратегии. Если у человека есть стратегия не быть плохим мальчиком, быть перфекционистом, быть хорошим, не подвести, не упасть в грязь лицом, жить так, чтобы о нем не подумали плохо, то, конечно, любые ситуации или любые допущения в негативной окраске будут для него тревожны. А вдруг я не сдам экзамен? Все, мысли об экзамене станут для него беспокойными, а следовательно, они будут его преследовать. Также и мысли, а вдруг я сойду с ума, а все же подумают о том, что я больной, я не смогу справиться, я не успею там реализовать своих планов, для меня это недопустимо, для меня это катастрофа, все. И если мысль о сумасшествии таким образом начинает окрашиваться, она становится беспокойной, а беспокойная фантазия, беспокойная мысль постоянно будет возвращаться в вашу голову. Вот и весь ответ. Понятно? Что же делать? Работать в когнитивно-поведенческой парадигме с хорошим специалистом. Следующий момент. Как же выбрать такого хорошего специалиста? И здесь немного сложнее. Все заключается в том, что, как я уже ранее в крайнем ролике своем говорил, когнитивные психотерапевты, любые психотерапевты, неважно от их статуса, неважно от их должностей, регалий, это обычные люди. Запомните одну простую такую важную историю, что психотерапия – это взаимодействие личности и личности, то есть это взаимодействие консультанта и терапевта. А результат терапии во многом определяется именно от взаимодействия этих двух личностей. Это можно назвать такой синергией, которая может получиться, а может не получиться. Вы же не со всеми людьми находите общий язык. Вы же не ко всем людям прислушиваетесь. Это такая, знаете, некоторая химия, потому что даже если перед вами сидит большой специалист там, с 5 красными дипломами бакалавров там, и так далее, если между вами не происходит таких личностных взаимодействий, то все эти дипломы, все эти методы, они не будут для вас эффективны. Соответственно, выбирать психотерапевта приходится исключительно с помощью метода тыка, методом внутреннего такого прислушивания к себе, методом того, кто для вас этот человек, доверяете этому человеку, не доверяете этому человеку, какие у вас ощущения от взаимодействия с этим человеком, насколько вы можете раскрыться этому человеку. Бывает так, что кому-то нужна женщина, кому-то нужен мужчина, психотерапевт, кому-то важны регалии, кому-то они не очень важны, кого-то порекомендовали, кого-то не порекомендовали. То есть здесь таких четких критериев можно обозначить только несколько. Проверяйте образование, чтобы это не было совсем надувательством, да? Звоните в институт и смотрите дипломы. Посмотрите о том, как долго человек в профессии, потому что все-таки это тоже важный аспект. По поводу отзывов, вы знаете, вот я с 6-го года в современных реалиях интернет-пространства, и поверьте, на сегодняшний день накрутить себе пару сотен лайков, купить ботовых людей, которые будут от там, своего имени репостить ваши посты, делать какие-то якобы рекомендации, это все делается очень просто. Зайдите в интернет, наберите Яндекс, накрутка лайков ВКонтакте, репосты. Сегодня люди так работают. Сидит Маша Иванова дома, у нее там 10 анкет ВКонтакте, и она зарабатывает деньги. За каждый репост она получает деньги, за какой-то отзыв она получает деньги, за видеоотзыв они получают деньги. Это такая работа. Про раскрутка Инстаграма, раскрутка контакта, раскрутка там соцсетей – это обычно современный маркетинг. Вот, поэтому не рекомендовал бы сегодня накрутить группу ВКонтакте, накрутить лайки ВКонтакте, накрутить Инстаграм – это дело 2 часов работы человека, который знает, как это делается. Поэтому не рекомендую вам обращать на это сильное внимание. Все-таки старайтесь пробовать, старайтесь смотреть и взаимодействовать с этим человеком. По поводу самооценки. У меня был большой вебинар, 5-часовой, 2-дневный. Если кому нужны глубокие материалы, то это в разделе «Материалы для самостоятельной работы» на сайте, в блоке это все можно приобрести. Много вопросов по поводу чувства вины, по поводу чувства стыда, по поводу социофобии,
А по поводу всего остального могу вам так сказать, что, безусловно, социофобия, безусловно, неуверенность в себе, страх за то, что о вас подумают, страх совершить ошибку, ОКР, вот эти все истории, они все имеют ноги в самооценке, имеют корни именно в том, что в периоде детства в отношениях с отцом, как правило, да, формируются определенные уязвимости, а именно отец является такой фундаментальной фигурой для выстраивания человека, мальчика или девочки, о том, кто он есть. А папа – это фигура, на которую психика детская опирается. Например, дочка получила двойку или дочку кто-то обидел, а папа говорит: ничего страшного, мы их накажем, ты у меня хорошая дочь, ничего, ты там ошиблась, это ничего не значит, я все равно тебя люблю. И эта важная фигура дает девочке или сыну обратную связь, что несмотря на его ошибки, несмотря на какие-то проблемы, все равно этого человека можно любить фундаментально. И у маленького ребенка формируется правильная самооценка о том, что несмотря на мою ошибку, несмотря на то, что я там сделала что-то не так, меня все равно любить можно. А вот если папы нету, или если папа такой немного, скажем, не совсем правильно реагирует на двойки, неправильно реагирует на какие-то события в детстве ребенка, у ребенка формируется понимание о том, что любить-то его не за что. Или любить его можно только при определенных условиях. Мы это называем условная и безусловная любовь. О том, что если человек совершил ошибку, то его ругают, и папа его не любит, и тогда он плохой. Если человек получил пятерку, то он типа хороший, и все нормально. Вот таким образом формируется проблема именно с самооценкой. А именно, человек будет считать, что его можно любить и уважать только при условии, когда он правильный. Когда он получил пятерку, он правильный, а значит, его можно любить и уважать. Когда он достиг результатов, он правильный, его можно любить и уважать. Об этом, опять же, подробно есть в материале для самостоятельной работы и так далее. Окей. Что еще можно сказать про самооценку? Здесь же всплывает вопрос о депрессиях. Есть такое расстройство, как депрессия, вы все об этом знаете. В основной структуре депрессии заключается формирование мышления, как раз очень сильно нарушенной самооценкой. Депрессии тяжелые – это всегда проблема с тем, что человек по умолчанию считает себя дерьмом, человек по умолчанию считает, что у него ничего не получится, что он ничего не стоит, потому что ему все детство протрындели, что кто ты такой, что у тебя руки растут из задницы, у тебя ничего не получится, посмотри на себя, а вот Маша Иванова уже такая, а ты не такая, ты что из тебя выйдет? Посмотри, кто ты такая, что ты делаешь, ты, что ты о себе вразомнила, ну и так далее. Таким образом, у ребенка формируется убеждение о том, что он по умолчанию дерьмо, звать его никак. И если он сейчас начнет что-то делать, а у него не получится, он докажет себе и всем, что он дерьмо. И лишний раз, чтобы этого не доказывать, он будет бездействовать. А в этом бездействии человек не получает результатов в работе, результатов в социальном контакте, результатов личной жизни из-за бездействия. В итоге получается замкнутая жизнь, в итоге получается депрессия. Вот так коротенько я осветил некоторые важные аспекты. Спасибо вам за внимание. По поводу отношений в паре, отношений с мужем, с женой, хочу вам сказать, что это фундаментальная частая проблема, где, например, за паническими атаками, за всеми невротическими вот этими состояниями, на самом деле позади кроются дискомфортные и нерешенные вопросы в паре, нерешенные вопросы с мужьями, с женами, в семейных отношениях. Но это устранилось на задний план, на передний план вышли вегетативные и навязчивые состояния. Конечно, в моей терапии мы делаем вот так и начинаем взаимодействовать и решать вопросы и с мужем, и с женой, и в отношениях. Об этом я буду проводить большой 5-часовой 2-дневный вебинар. Вы об этом узнаете в новостях, поэтому следите. Ну и напоследок хочу привести вам такой пример из собственной терапии. Пример одной моей клиентки, у которой не получалось вести дневники. Она делала ошибку. Кто работает с когнитивной терапией, может быть, вам этот пример будет полезен.
А суть заключается в том, что в когнитивных дневниках как раз мы должны вести основное воздействие анализа автоматических мыслей и рационального ответа в саму причину. Вот у моей клиентки была такая проблема. У нее были панические атаки, страхи, тревоги. С паническими атаками мы быстро справились. Как вы знаете, это небольшая проблема. Но общее вегетативное напряжение сохранялось. Она не могла понять, в чем проблема. Оно когда-то уходило, когда-то становилось больше, когда-то меньше. Существовала такая вот непонятная динамика. И на одном из занятий мы анализировали ее дневники, анализировали ее жизнь, и оказалось, что у нее есть очень большое такое непонимание и большая ошибка. Она говорит: я прихожу на работу, и у меня опять начинается напряжение. Я вроде ни о чем не думаю, а напряжение есть. Я там делаю то-то, вроде ни о чем не думаю, а напряжение есть. Она не видела одной простой вещи. Суть заключается в том, что у моей клиентки есть такое истерическое требование, она его не замечала, о том, что люди должны соответствовать ее ожиданиям, о том, что люди должны делать так, как она хочет. Она не замечала, что, приходя на работу, предметы лежат не так, как она хочет, подчиненные говорят не так, как она хочет, начальник с ней говорит не так, как она считает правильным. Вся эта интерпретация вызывает у нее напряжение. Она видит только последствия в виде напряжения. Она говорит: да блин, я ни о чем не подумала, а напряжение есть, что же это такое? Поэтому я вам хочу сказать, что ваша задача — обращать внимание и давать рациональный ответ не напряжению, что это не опасно, это меня не убьет, ничего страшного, а задаться вопросом: а что сейчас происходит в моей жизни такого, к чему я отношусь вот так вот слишком эмоционально? То ли это люди как-то делают, то ли люди делают не так, как я хочу, то ли я в себе не уверена, я боюсь совершить ошибку, я боюсь, что мне не получится. Проще говоря, вам надо сместить внимание терапии с проявление беспокойства на то, как вы его создаете. Этим и занимается когнитивная терапия. Спасибо за внимание. Ваш Алексей Красиков, канал «Неврозы Мегаполиса». Скоро будут следующие лекции. Пишите ваши вопросы, которые вам интересно осветить. Я стараюсь ответить на ваши вопросы. Всего доброго. До встречи.